spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен двухсекционный рыболовный ящик от компании Salma, который отлично подходит для любителей ловли со льда. Это модель с артиклом 2075, который можно использовать не только для хранения рыбацких вещей или переноски лова, но и в качестве сидения. Вес аксессуара составляет чуть более 2,3 кг. Давайте поближе его рассмотрим. Ящик имеет следующие габариты. Длина 38 см, ширина 25 и высота 38 см. Такие размеры позволяют перевозить его практически в любых рыболовных санях. В качестве основного материала используется надежный пластик. Именно он обеспечивает сравнительно небольшую массу, прочность и водонепроницаемость изделия. С целью обеспечить более удобную посадку, на крышке приклеена мягкая водоотталкивающая пенка толщиной порядка 3 мм. Благодаря ей, даже во время длительных рыбалок у лунки, вы будете чувствовать себя комфортно. Для большей устойчивости на днище сделаны небольшие ножки, не дающие сильно скользить ящику на льду и удерживающие его на снегу. Для переноски в комплект входит съемный плечевой ремень шириной 35 мм. Обратите внимание, его легко отрегулировать по длине при помощи боковых пластиковых пряжек. Также ремень оснащен передвижной резиновой вставкой. Она имеет округлые шипы с внутренней стороны, не дающие соскальзывать ящику во время передвижения. Отстегнув два замка, мы попадаем в верхний отсек, в котором расположен простой органайзер. Он имеет две секции, где удобно разместятся крупногабаритный инструмент или удильники. При необходимости их можно разделить по своему усмотрению, входящими в комплект съемными перегородками, получив таким образом более мелкие отделения. Предусмотрены и 6 поперечных прорезей для фиксации коротких удочек. На крышке вмонтированы 4 просторных контейнера. Они закрыты крышками из полупрозрачного пластика и надежно фиксируются при помощи пары защелок. В них можно хранить различные полезные на рыбалке мелочи, упаковки с крючками и фурнитурой, а также необходимые приспособления или запасные ножи к ледобору. Перейдем к основному отделению. Для этого необходимо открыть внешнюю защелку. Здесь предусмотрен съемный лоток с ручкой посередине. За счет достаточно большой глубины, почти 8 см, сюда можно сложить крупные аксессуары, коробки с мормышками, блеснами или балансирами, варежки или даже бутерброды для перекусов. Сам ящик имеет одно большое и просторное отделение. В нем поместятся личные вещи, небольшой термос, всевозможные рыбацкие принадлежности и непосредственно сам улов. Отметим, что используемый для изготовления пластик легко моется, а благодаря герметичности его можно использовать в качестве емкости для транспортировки живца. Но если вам не хватило внутреннего пространства, воспользуйтесь навесными элементами, которые с легкостью устанавливаются по бокам ящика Salma, а также легко снимаются. Во-первых, это дополнительный карман размерами 25 на 15 см. Это отличное место для переноски длинных удильников, шумовки или багорика. Для стока излишка воды или удаления снега и грязи в нижней части предусмотрены сквозные отверстия, так что не рекомендуем складывать сюда слишком мелкие вещи. Во-вторых, есть небольшой столик. Его длина и максимальная ширина составляют примерно 20 см, а глубина равна 4 см. На него можно положить часто используемые приманки, наживки, необходимые под рукой аксессуары или просто снятые перчатки или полотенца. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.